Азербайджан приближается к завершению строительства своего участка Зангезурского коридора. Ожидается, что строительство автомобильных и железных дорог в рамках коридора, который будет служить маршрутом из Китая в Турцию, будет завершено к концу 2024 года. Об этом говорится в статье TRT World. В публикации отмечается, что в то время как строительство железной и автомобильной дорог в азербайджанской части Зангезурского коридора идет быстрыми темпами, Армения не предпринимает никаких шагов по реализации проекта. В отсутствии соглашения с Арменией, Азербайджан также работает над альтернативными маршрутами. Также подчеркивается, что автодорога, некоторые участки которой имеют 4 полосы движения, а другие 6, включает 58 подземных переходов, 27 мостов и 3 туннеля. Строительство, координируемое Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, ведут турецкие компании. Автор статьи подытоживает, что у Турции и Азербайджана также есть проект железной дороги, которая соединит турецкий город Карс с Нахчеваном. Реализация проекта начнется в течение этого года, после чего между Турцией и Азербайджаном будет создана новая транспортная связь. В то же время будет обеспечено бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Турцией и Россией через Азербайджан.